да, как да, композиция, да, если, собственно, вживую, то вот та стена, да. Да. И того, что было. Прошу, да, прошу внимания, мы недолго, но рассказать, наверное, все-таки надо, что здесь, чтобы у ребят, это первая такая, где наш Альберт, где он, идите сюда, они виновники этого события, собрания, я их веду только вот год, вот этот год дипломный, с Вадиком мы знакомы раньше, он немного у нас работал, Альберт, вот только год с ним знакома. Хочу просто для тех, кто не знает, вот где мы, это храм Рождества Пресвятой Богородицы, то есть это 2-10 большой очень праздник православной церкви. Находится он в Бутырской Слободе. Здесь стоял полк военных, стрельцов, естественно. У них было натуральное хозяйство, и это была их стрелецкая церковь. Поставлена она в конце 17 века. Вот когда вы подходили сейчас, конечно, на церковь это как бы слабо похоже, только для специалистов. Жаль, что храм конца 17 века еще пребывает в таком виде, у него нет глав. Сейчас мы с вами находимся на третьем этаже. Разделен храм на три этажа. Мы на самом верху входили, вы через восточную часть, это у нас алтарь. И вот сейчас мы около алтаря стоим. Вот здесь был когда-то иконостас с этой стороны. Это центральная апсида алтаря, это жертвенник, то, где ребята работали, с той стороны дьяконик. То есть это вот церковное помещение, центральная глава, ее нет, остался только небольшой участок под барабанного кольца и паруса. Там живопись тоже есть. Здесь был еще один этаж, и находился архив завода «Знамя», в недрах которого до сих пор расположен этот храм. К сожалению, пока вот архитектурно восстанавливать проекты, здесь все готовы, все есть, но очень сложно, потому что здесь нужны большие бюджетные деньги, и их пока никто не предлагает. Но я здесь занимаюсь со студентами уже, вот, наверное, лет 6-5, еще в Академии живописи, ваяния и изучества мы начали здесь заниматься. Здесь такой отрабатывается начальный профессиональный реставрационный труд, труд реставратора-живописца, потому что здесь очень много слоев записи вот на этой живописи. Если вы обратитесь вот в тот неф, который около дьяконика, то видно все. Здесь еще все закрашено вот с той стороны, и побелки, которые у нас считаются тоже покрасками клеевыми, их тоже надо удалять послойно. Здесь очень много, до 10 слоев масляных фоновых покрасок. И чтобы вот таким образом обрести все, конечно, это нужны масса работ, которые мальчики скажут, я не буду говорить. Я продолжу просто про храм. Храм чем знаменит? Вот это войско, которое здесь было, Бутырское, его последнее до начала 18 века возглавлял один из подвижников Петра Гордон, генерал, и он именно готовил вот этот Бутырский полк к расформированию в Семеновский и Преображенский, ну, то есть какими-то частями. И здесь впервые при Гордоне был введен военно-полевой суд. Вот тюрьма, которая здесь теперь знаменитая, Бутырка, и это как бы вот наследие именно с конца 17 века. Храм когда-то был первоклассный, потому что если вот читаешь записки и путеводители по Москве, идет храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках конца 17 века, это парк культуры, кто там был, замечательный совершенно храм. Затем упоминается храм Рождества Богородицы в Бутырках, тоже как вот один из самых из знаменитых и красивых храмов Москвы. И вот мы недавно отработали в Покровском Старообрядческом соборе, как пример, старообрядцы хотели именно поставить у себя вот такого типа храм. Он был очень известен, здесь был чудный иконостас конца 17 века, который не сохранился. Но сохранилось вот то, что вы видите, над чем надо работать, конечно, реставратором. Вот эту композицию, ну, так вот как-то спонтанно, как бы не совсем обдуманно мы взяли, но она центральная композиция собора. Храм посвящен Рождеству Богородицы. Вот здесь в люнете, это западный люнет, верхний люнет, изображена композиция «Благовестие святым праведным Иоакиму и Анне». Это родители Девы Марии. Благовестие. Вот та часть, над которой ангел, и вот здесь голуби, и вообще ниже, это все отсутствовало, потому что здесь была сильная деструкция штукатурки. А вверх арочка, вот эта подпружная западная арка, ну, как мы называем, похвала Богородицы, но в основе ее вот это изображение Богородицы, благодатное небо, и как вот наш сустав Евгений Юрьевна сказал, вот Анастасия здесь была такая же икона. То
То есть это как бы центральная композиция поклонения Богородице, поскольку храм посвящен ей. С этого начинается литургический церковный год. Рождество Пресвятой Богородицы – это первый такой 210-й праздник литургического года православного календаря. Ну, живопись здесь относится к концу 19-го, началу 20 века, потому что ранее не сохранилась. Она была в начале 18 века, как называли итальянский штук. То есть это была клеевая, конечно, не сохранилась, так часто бывает. Живопись принадлежит мастерской Николая Михайловича Сафонова. Это очень известные палевские мастера. Они имели до 2000 мастеров на выезде всегда. И вот в конце 19-го, начало 20 века были очень востребованы именно при живописи храмов и вообще при написании икон. Что можно сказать про сохранность этой живописи? Так, я два слова говорю, когда мы ее уже начинаем раскрывать. Конечно, периодически приходится ее укреплять, здесь то же самое было, все. Но вот мы представляем вам после реставрации. Конечно, это дипломная работа ребят, которые, вот у них первая такая большая работа. Нет предела для как бы совершенствования, но вот то, что они делали, они сейчас расскажут. Здесь изменилась, конечно, композиция стены. Вот обрамление над утраченным окошком, над заложенным окном. Мы вот здесь восстановили. Еще могу сказать, что первый курс у меня здесь проходил практику, и вот восстановление орнамента, там вот начало, снятие калечек, припорок, постановка припорок, пропись, там работа колерами выполняли уже они. Мы так вот решили, что им тоже надо такую практику дать. Пожалуйста, кто за мной?